Друзья, привет! Вы на YouTube-канале Фоди. И сегодня мы проэкспериментируем. Целый час будем слушать. А где прошла ты, там упала звезда. Это мышка, которая поет. Посмотрим, что со мной будет. Обязательно в конце ролика посмотрите, что со мной есть. Ну что, давайте. Погнали. А что песня-то вообще? А есть полная интересная версия этого фильма? Мультик прикольный, хотя музыка. Мне нравится. А где прохватый, там был геморрой. Целый час. А чё мы будем снимать? Не, нормальная песня, мне нравится. Так, не нативно поет, так все хорошо. А то некоторые там у нас есть там пивуны. А где прошла ты, да там упала звезда. Надо подумать, интересно, какую еще можно потом снять реакцию, на что поснимем. Там упала звезда. Мышка такая прикольная. Такой золотой микрофон у нее, такой типа поет, такой, ну ладно тебе. Я, кстати, видел такое на корейском языке, как она... Вот если бы их на корейском или на китайском языке пел, я бы с ума, наверное, сошел. А так мне нормально нравится. А где прошла ты? Там упала. Вот если включить бархатные тяги целый час, это будет оттас, наверное. Бархатные тяги, у меня трусы порваны. Капец, блин. Не, музыка такая приятная, да, и голос тоже хороший. А кто, интересно, создал это видео? Какую песенку создал? Ну, посмотри, будет оригинал, чтобы найти ее создатели такие. Это по первому там, помните, было шоу? Аватар или как назывался он там? Да. Оскар ему. Или что там, Грэмми вручает. Это самое лучшее аудио и видео изображение получается. Молодец, мышка молодец. Так я тебе. Даже пока не разжает, даже нормально все. Там упал Не забывай, что не стрим у нас, друзья, будет обязательно стримы. Заходим каждый день, стримчики у нас. Стримы по играм, на реакции, общение с подписчиками. Жду себя на канале Макс Фоди или я просто Мистер Фоди. Давай, мышка, жди. Там обосрались все. Со второго этажа смотрю, там соседи ходят. Потому что я дурачок какой-то музыку слушает. В наушниках сидит. Хорошо, ты. Там упала. Нет, танцевать можно. Это новый трек. Это новый трек и тренд. 2023 года, июнь 2023. Вообще крутой. Молодец, парень. Тот, кто это объединил. Красавчик, что сделал целый час музыки. Такой. Респект тебе. Самое большое уважение это тем, кто это написал. О, стройка идет, мужики там домик строят. Таскают. Что там, доски потащили? Флаги таскают. Не, я тоже посмотрел бы еще эту реакцию, получается, на скибиди, то это вообще нормально. Мне бы приятно слушать музыку тоже там скибиди. Я думаю, на полчаса, если послушаем скибиди-ди, топ-топ, то будет потом уже. Мама, вызовите скорую помощь, называется, психбольницу. Вы не подумайте, что я не слышу, я слушаю. Все внимательно я слушаю, друзья, в наушниках, мне классно все слышно. Mm-hmm.
заболел. Продолжаю болеть, точнее, еще и добавил. Возьму тебя. А еще зарядку поставить. Пора заряд часы. Прошла ты там и упала. Очень круто. Мне нравится. Там и там у тебя. Где прошла ты? Там и там у тебя. Кто к нам на стримы заходит, друзья, пишите комментарии у себя там. Обязательно я жду на стримах у мистера Фоди. Я пришел, там упал сева. Надо пока создать, пока слушаю музыку, но полезно заняться. А где прошла ты? А где прошла ты? Там упала. А где прошла ты? Там упала. Нифига себе. И тебе... Там упала звезда. О, блин. Тебя. А где прошел ты, там упала звезда. А что, прошло 5 минут, да? Нормально еще, держусь. Скибиди новый тренд вышел, офигеть. Новый тренд у них вышел. Там упала звезда, там светила луна, играла мало нас. Я забрал у тебя, и теперь я как ты. Иди, иди, ты как я. Я прошла ты, там упала звезда, там светила луна, играла мало нас. Я забрал у тебя, и теперь я как ты. Эй, куда, куда? Я прошла ты. Музыка крутая. Мне нравится. Это мне нравится сейчас, потом. Пройдет час, это будет вверх, потом буду что-нибудь с ума сходить, наверное. Уж он как прикольно движется. Точно как. Не напоминает даже, знаете, точнее напоминает мне шоу «Маска» на НТВ. Мышь. Мышонок, хоббит. А что, нормально получается? Тут 5 слов. Там где... И сколько там? Ну ладно, 15 слов всего. И по кругу включите ее, и все, можно слушать. Постоянно пускай играет. Как бы как будто начинается... Что песня меняется постоянно, что про переход такой полный. Там упала звезда. Ты как и я. А где прошла ты? Сделаю пока аватарку потом. Когда загружу видео, сделаю аватарку и будем слушать, угорать, да? Я забрал у тебя,
Эй, ты как и я, где прошла ты? Ты как и я, где прошла ты? Там упала звезда. Не, я конечно курю. Так, стрим у нас будет, друзья, сегодня по Скайриму. И общение с подписчиком вечером. Заходим на вечерние стримы по общению с подписчиками. Где прошла ты, там упала звезда. До сих пор песню не выучиваю. 15 строчек слов и все, не могу выучить скоро. Там упала звезда. Да. Вот раньше пользовались, да, музыкой какую-нибудь включить там противную музыку, людей может тихо усомать. А это нет, это приятная музыка, мне нравится. Ты какие? Ах, не прошла ты. Ты как ты? Можно уснуть. А эту песню можно уснуть. Вот это задевал. Ну что, набаюкивает? Это баюкающая песенка. Пью усталый на краю, придет серенький бочок и навалит под бочок. Да? Я вот кашу добавил. Там ждал тебя. Это ты как я или я как ты? Или я за тобой? Это в очередь что ли стоит? И вы в очереди, наверное, стоят? Там ждал тебя. Не прошла ты. Там упала звезда. Или ты как я? А где прошла ты? В конце видео будет ссылка, получается, на трансляцию. У нас прямой стрим, друзья. Обязательно переходите на нее. Или ты как я? А где прошла ты? Там упала звезда. Волна, ты Ну, танцевальная, двигательная песня такая. Зарядку по ней могу делать, кстати. Утром зарядочку. Ну, если постоянно так слушать ее, конечно, я не знаю, что там еще время будет. Наверное, многие слушали ее, включают утром, так чаек наливают себе там. Тут два раза пакетик вымочу, так раз, и я так и танцую так. А где прошла ты, жена моя? Да? А где вы прошла ты? Молодежь кайфует под этим, по-любому кайфует. Ну-ка, пишите, кайфует под эту песенку, нет? Или ты, как и я. А где прошла ты? Ноутбук опять придется сдавать в ремонт. Плохо отремонтировали ту клавиатуру. Отказали две кнопки опять. Долбали. Вот, вот у нас как чоп-дирал какая идет, да? Издеваются, сволочи. Не могу сразу нормально сделать. Паразит. Где прошла ты? Может, в том видео, где этот? Проверяем на честность, как делают у нас работают всем фирменные, сервисные центры, магазины, там, услуги доставки. Давайте, может, сделаем видос такое. Где они честные, у нас люди, граждане есть такие, а то у нас в последнее время что-то все всегда чем-то наживаются, обмануть хотят, ну это кошмар какой. Не прошла ты, там ушла звезда.
Ну что у нас? Тебе надо с Карим пойти играть. Не прошел ты, там упали, да? Нет, за проблем такую песню слушать не стоит много. Реально спать конец сразу. Рубит. Постоянно рубит. Потому что реально она монотонно идет, перерастает. И так убаюкивает, убаюкивает. Реально. Дети, на ночь надо включить, проверить, как будут спать. Там ползила. Наверное, эта мышка будет очень популярна. Реально она будет очень популярна. По-любому скоро будет продолжение. Это был, наверное, эксперимент. О, видос уже отстает от звука. Смотрите, видос отстает от звука уже. Не прошла ты, нет. Офигеть. Ну шо, ныш, давай жги, зажигай. Под горой бежит Джигит, попу раненый. Бежит далеко, не убежит, глубоко кинжаль торчит. Где прошаты, там упал. Ну нет, это издевательство уже. Там, где упала звезда. Но если звезда упадет на землю, будет ататас так разобраться будет. Все, не будет никого. Упала звезда. Звезда упала, она подсветила еще. Вообще нормально. И что он забрал-то? Ну-ка. Что за слово сердце карты? Я ну-ка скажите, что там за карты? Сердце карты, слушайте. И сердце какашки, каты, карты. Это что такое там? А больше громко. Сердце каты какие-то. Сердце каты. Не понимаю, сердце как ты или сердце коты? Сердце коты, вот коты он имеет пять. И сердце коты. Как ты? Сердце как ты может быть? Или как ты? Карты. И сердце коты. Что за сердце коты? Ну-ка текст, ну-ка дайте текст. Идем сейчас с помощью интернета. У нас берем батьку интернет и смотрим, что там здесь поет. Все-таки он поет. Текст. А, цитаты, ёшкин кот, прикинь ты. Он поет, ну слушайте, а где прошла ты, там упала звезда, там светила луна и играл волна. И все цитаты. Так, стоп, есть песня, полный оригинал, друзья, есть. Это русский рэп, есть полный оригинал. Нифига себе. Смотрите, продолжение.
Есть продолжение? Да, поем. По трен попробуем. Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь сердце не цемена, тебе приехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизировались, наша песенка на бис. И я хочу узнать тебя от А до Я. Я хочу узнать тебя от А до Я. Так купил алфавит, ёпарас, это что такого-то? Ты красивая самая, я подмигну, он подмигнет. И мы валим вместе, на дому залипаем. На дому залипаем. Чё к чему идет все это? Мы не прогадали всем средний палец. Это кое что ли палец? Наша уникальная, открывай компари. Это что такое? Я ведь припев. А где прошла ты, там упала звезда, то свети луна, играл волной, все цитаты я забрал у тебя. И это как я. Так, это пропускаем. Продолжай. Я думаю, я знаю эту жизнь, и вот уже не факт. Офигеть, она... у нее есть полная версия, оказывается. А кто поет? Друзья, это поет. Гео, Пика и Крафтс, прикиньте. Что, реально? Гео, Пика поет? Вот, друзья, Гео, Пика поет, представляете? Есть оригинал песни, полная версия. Очуметь! Оказывается, оригинал, надо найти оригинал. Фонари, нифига, еще какие-то песни новые есть. Другие. Эти были, как ты, видели, как ты. А где прошла ты, там упала звезда. Так, а что, у них много песен таких? Нет, интересно. Вы знаете этих товарищей, Гео, Пика? Гео, Пика. Мишка. Миша, ёптать, я не устала петь. Надо было полную версию потом послушать. Давайте полную версию послушаем. По-любому прикольная тема. Только я этого текста я вообще не понял, что они там хотят. Вот первое четверостишье это нормально само то. И там упал. Мама, и все цитаты, а не карты, тут цитаты. Я забрал все цитаты у тебя, капец. У нас все цитаты. А, вот, теперь я слышу цитаты. Где прошел-то? Да, друзья. Мне жалко людей на батискафе, титанов, которые погибли, очень сочувствую, соболезную близким, друзьям и родственникам. Да, плохая такая ситуация получилась. Даже люди погребенные были. Кошмар. Их признали, получается, погибшими. Ну, как сообщают СМИ, получается, они погибли. При погружении. То есть раньше говорили, что они там просто на деле без лежат. Нет. Они их там разорвали, расплющили. Как ты? Или ты как я? А где прошел ты? Там упала звезда. Как ты?
выбрал тебя. Блин, сегодня буду песню прислать потом сам. Кому звезда? Блин, подпеваю уже все. Начинает. Мост мой начинает подпевать. Ну, танцевать, да, танцуем, там постоянно уже нормально, подтанцовываем, точнее. И да, так спожить спать и говорить. Где упала звезда, ты там прошла, я за тобой. Не какие, не ты камень. Там упала звезда. Давайте подпоем, попробуем подпеть с ним. Петь не умею, но я спою. Сейчас. А где ты прошла? Сейчас я найду текст. Будем петь. А где прошла? Там упала звезда. Что такое выскочилось? Это выскочил. А где прошла? Я там упал в звезду. А где прошла ты? Там упала звезда. Там звезда, звезда, волна. Все цитаты я забрал у тебя. И теперь как я, как ты, или ты как я. А где прошла ты? Там упала звезда. Там светила луна и играла волна. И все цитаты я забрал у тебя. И теперь как ты, или ты как я. Давай еще раз. Ну-ка, перепойте меня. Ты, я забрал у тебя. Теперь я как и ты, или ты как я. А где прошла ты? Там упала звезда. Там светила луна и играла волна. Я забрал у тебя. И теперь я как ты, или ты как я. Где прошла ты, там упала звезда, там светила луна и играла волна. Я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. Где прошла ты, там упала звезда. Вот это таз. О, друзья, мы движемся к рекорду. Наверное, мы первые будем, кто слушает такую музыку, да? Мы самые первые, кто слушает эту музыку в таком духе. Наушниках обязательно, друзья. Наушниках. Наушниках, конечно, будут не играть. Только что не так не буду себя чувствовать нормально. Включите ему наушники и вперед. И послушайте ее целый час. Надоест вам. Вот честно, надоест. Там упала звезда. Народ ходит, шевелится на улице. Я за городом, друзья, живу, как помните, за городом. Не в городе, за городом. Или ты как и я. Все цитаты. Я упала звезда. Я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. А где
Я прошу тебя, кому подъезда. Или ты как и я. И прошу ты, там упала звезда. Нейросеть показала, что-то у нас показало. Интересно, «Ведьмак» хорошая игра, нет? Ну, как-то я читаю про эти игры, что-то. «Ведьмак» интересная игра, нет? Можно «Ведьмака» поиграть? Это не ЗД. Читаем топ-игры на ПК. Где там ука? Так, что можно поиграть на стримах? Ой, Скарим, сразу вышел Скарим пятый, нифига себе. Скарим мы играем. О, Grand Theft Auto. GTA. GTA. Grand Theft Auto, это GTA. Майнкрафт. GTA San Andreas. GTA IV, четвертый это. Assassin's Creed 2. Это Mass Effect 2, нифига себе. Mafia 2, нифига себе. Far Cry. Вот чем можно заняться, да? Слушай, могу почитать, какие игры можно играть. Far Cry 3. Need for Speed Most Wanted. Call of Duty. Battlefield 3, нифига, Mass Effect, просто Mass Effect. Mass Effect 3, Assassin Creed 1 часть. Fallout 3, это чем такое? RPG. Fallout 3, RPG, прикольно, значит. Portal 2 или Portal 2. Portal или Portal. Дальше Origins. Call of Duty Modern Warfare 4, не ребята. То есть Hammon Revolution какой-то, не знаю, такого даже. Metro 2023, Half-Life. Нифига себе, Half-Life, 2004 года еще, чуметь. Это же моя молодость. Stalker, Shadow of Chernobyl. Stalker Chernobyl, 2007 год. О, Ведьмак 2 на компах есть. Assassin's on Kings. Убийцы королей, нифига себе. Потом The Witcher 3 Wild Hunt. Какая-то игра. Disco Horror.
Дишхорит какой-то. Ладно. Сталкер 2. А, Сталкер 2, Чернобыль. Сталкер 2 вышел, а? Я забыл совсем. Чернобыль. Можно спасти. Диабло. Биошок Инфайт. Варкрафт 3. The Frozen Throne. Ледяной трон, что ли, получается? Офигеть. Фаренхайт. Фаренхайт. Что за Фаренхайт? Что за немцы? GTA Vice City. Очуметь. Молодость моя. Бэтмен. А, Храм Сити какой-то. Бэтмен. Это фанат Бэтмен. Fallout. New Vegas. Биошок. Киберпан, ну конечно, это Киберпан 2077. Вот этот персонаж, который на Киберпанке. Мне кажется, он, знаете, на кого напоминает? Джастин Тимберлейк. Джастин Тимберлейк похож очень. Ассасин Кред Бразерс Холд. Убийца братьев Худ, что ли, получается. Ведьмак. Полное издание. А, это Твитчер, это Ведьмак, да. Томб Райдер. Девчонка бегает, да? Старкрафт. Стратегия ММО. Старкрафт 2 это. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Не знаю такую вообще игру. О, Skyrim 4. Oblivion. Карим 4, нифига. Crysis 2, Бэтмен, опять Бэтмен. Архам Асалюм. Забуду же название и придумают. Когда отвлекаешься вот так вот, читаешь что-то, там музыка не сильно на мозги влияет. Dead Space. Horror, ужас. Ого. Страшилка. Батфилд. Второй. О, Старкер, Зов Припяти, 2009 года можно поиграть. О, Нойер какой-то потом, Портал, Лев Пардит, Макс Пейн даже есть, очуметь, Макс Пейн 2012 года, Варкрафт 3, 2003 года, стоп, выиграет, офигеть, Варкрафт 3, ну по-любому топовый. Играли же все по-любому, да? Или не играли? Dead Space 2, ужасы. Ассасин, много ассасинов. Revelance, опять ассасин какой-то. Call of Duty, Modern Warfare 3. Metro, What's Act какой-то. Первая часть, наверное. Fable. О, Half-Life 2, эпизод 2. Могут. Прототип. Друзья. Кто играл в прототипа? Нет? Кто играл в прототипа? Знаете такую игру? Она прикольно была раньше, игра такая. Чувак такой бегает, перепощается, убивает людей постоянно. Он как это получается? Так кто? Кого мы? Какого героя можно посмотреть? Блин. Человека-паука такой вселялся, не знаю даже. О, Дота. Дота 2. А чё иметь? Дота 2. Дота 2. Пишут, что топовая игра. Кто играл постоянно в компы, их называли задротами, если помните, да? Задрот. От слова Дота. Потому что часами в Доте сидели сутками, часами сутками напролёт. Вот они задроты были, реально. Вот это... О! Need for Speed, Underground 2. Вот здесь надо, получается, играть лучше всего. Руль купить, играть для гонщиков. Прикольная тема. Crysis я не играл. Half-Life, 98 год. Half-Life, 98. Очуметь. Call of Duty 2. Max Payne 2. 2003 года.
Alan Wake. Watch Dogs какой-то, не знаю, кто-то что-то. Skyrim 3. Morrowind. Skyrim 3, однако, играл. Очень давно, да. Тоже прикольная тема была. Точно, второй Skyrim это было. Третья прикольная игра. Сталкер, чистое небо. Чистое небо. Ну, конечно, как без ним игры. War of Tanks. Кто играет в War of Tanks? Танкисты. Отсюда появилась сотка. Гоняем катку. Все катку гоняют, все сейчас в играх кричат. Это произошло от слова War of Tanks гоняет. Там пацаны танкисты гоняли катку. И с Fortnite Underground это было. Bullet Storm. Assassin's Creed 3. Ой, это кто такие? Спор. Стратегия, симулятор. Какая-то игрушка такая смешная. Стратежка, спор. Я исторический век. XCOM Emily Uncown. Вообще не знаю. Call of Duty. Самое первое Call of Duty, а? Вот это все. Мало, наверное, не играли в Call of Duty, друзья. А вот я играл. Вот первую часть я играл. Возраст не позволяет уже. Diablo 2. Надо посмотреть, что здесь Diablo 2. Вроде я играл уже. Limbo. Need for Speed Carbon. Вот эта тема была. Вот это была тема гоночки. Выживать. Форсаж, кстати, форсаж на этой основанной на событиях вот это, по этой мотивам этой игры. Call of Duty, Black Ops. Мафия, первая часть. Да, прикольно. Лев 4 Дит. О. Far Cry. Devil May Cry. Как Far Cry, смотрите. Звучит как Far Cry, да? Подобие. Начальный уровень. О. Time Forsters. Очуметь. Бондервендерс, очуметь! Бондервендерс, топочка игра была, друзья. Я пока новости читаю, хоть на игрушки читаю. Очумею его, я это прикольно. Бондервендерс. Бондерворд. О, Бондерворд второй, прикольно. Готика, очуметь. Как играть в готику было, это вообще... Не знаешь, что, куда ходить, ищешь, там читать, ну, ой, кошмар. Готика первая. Хитман! Хитман, убийца. Человек-убийца, невидимка, человек-невидимка. Очуметь. Да ладно. Угадайте, какую игру я сейчас только что хочу, смотрю, как, на что вам сейчас покажу. Какая игра, думаете, топовая? Ну-ка. Она, кстати, фильм вышел, было, сколько, 3 фильма про нее сняли. Очень много, и вышло новый. На PlayStation немного их таких игр по ней. Мочило, такой необычный сюжет. Ну, давайте думайте. Там такой символ еще, дракончик такой. Где такой дракончик такой? Ну, вы поняли, наверное, нет? Там человек такой еще такой замораживает, может, замораживает людей. Ну-ка, ну-ка, подсказка хорошая. Вы любили все такого чувака. Я полюбил, многие поняли. Это, друзья, Mortal Kombat. Mortal Kombat! Очуметь! Вот это кровь. Ну, Bioshock 2 уже пошел. Metro. Exodus. 2019 года, кстати. Цивилизация. Сид Майерс, Цивилизация 2010. О, Warcraft. Первый. Самый первый World of Warcraft. Ну, конечно, Resident Evil 5. Resident Evil, ужастики, хоррор, да. Согласен, она входит в топ. Вот так вот. Не увидели. Резидент Эвил входит в топчик, чопчик, топчик, вот, да. Опять Far Cry, Fallout.
Dragon Age, Saints Row, Assassin опять. Вообще ассасинов много. Fallout. Трон Парадайз. Ну ты копия. А где прошла, прошла? Где там? О, Хитман уже пошел. Вот Мэнэ. Опять фильм был. О, башка. Начинаю шуметь. Говорит, а где прошла ты? А мне подписчики, наверное, пишут уже, где стрим, где стрим? А я тут видос снимаю, друзья. Простите меня, я снимал видос, друзья, не дошел вовремя на стрим. 8 утра по Москве. Видос снимаю. Я видос снимаю, просто я видос снимаю. Так, пора. А где прошла ты, там он поразил, там он. А где прошла ты, там он поразил, да. Так. Какие? А где прошла ты? Там упал вида, там тёма, тёма. Я забрал тебя. Так, готовимся к игре Far Cry, хочу сказать. Готовимся к игре, друзья. К стриму готовимся, подготавливаемся, идем играть. Стримчик. А стримчик у нас будет, поэтому. Скайрим. Так, подготовили все, друзья, мы сделали превьюшку на видео. Скоро запустим стримчик, сразу после видоса, как загружу видос, запустим стримчик. Башка уже все. Вот с ума реально спот. Уже устал, она меня убивает, уже музыка, это уже меня убивает. Она убивает, уже договаривается, убивает музыка, а че нет? Где прошла ты?
И там упала звезда, и сумтила волна, и играли. Ой, песня, все, за язык плетать не могу. Ты уже не знаешь, что хуже, эту песню будешь попеть. Где прошла ты, там упала звезда, и сумтила волна, и играла волна. Я забрал у тебя, и теперь я как ты. Вообще, я не башка изображаю эту с этой песней. А, чё, блядь? Она получается. Мы поняли. Звезда ушла, упала там, куда убежала там, всё. Ты для неё слишком очень любишь её и хочешь её украсть. Ну что ты, сука, влюбился? Паразит. Мышонок, ты паразит. Ой, какой паразит, мышонок. Да, надо отвлекаться. Вот так слушать целый час музыку, блин, вот так вот чисто, вот так упор, это вообще будет оттаться. Ой, мама, спасите, мама, помогите. Ой, мама, роди меня обратно. Как так можно? А, чуметь, ай. Кошмар какой, башка сует, вот эта песенка сходит с ума, друзья. Да где прошла? Там прошла. Девки все ходят за школу покурить. Да, забрал ты, забрал, конечно, забрал. Спер у нее цитаты все, теперь она знает, что говорить. Чумею, друзья. Я очумею. Я просто в шоке. Я не могу целый час уже слушать. У меня уже башка сходит с ума, друзья. Я хотел сматериться. Но я не буду материться. Да где прошла? Там прошла. За домом прошла. Где она могла еще пройти? Забрал у нее. Забирающих первого, блин. Вот что будет, да, слушать меня? Да ничего, с ума человек сойдет, вот что будет. Я цитаты, я забрал тебя. И ты, как и я. Да никуда она не проходила, она там сидит дома, сидит. Она сидит дома, никуда не проходит. Она, где прошла, ты где прошла, где? Да нигде она не прошла, она дома сидит. Мышонок поразит. Где прошла ты? Караганде, блин, прошла. Я в шоке. Все карты. Не цитаты, а карту он забрал от тебя. Жулик он оказался, аферист. Сколько прошло, друзья? Сколько прошло? А, еще 10 минут, друзья. Я в шоке. 10 минут. Ну что, пошло там еще больше времени? Нет, прошло время. Сколько осталось? Сколько еще? 10 минут просто осталось. Я и маме, и родите меня обратно. Реально родите маму обратно. Слышь, мышонок, танцевать уже не хочется совсем. Подпевать тоже не хочется мне уже. Я уже не могу. Давай заканчивай петь свою песню. Сучоныш, не мышонок, а сучоныш. Сучок. От слова дерево. На дереве есть сучок. Вот это мышонок, ты такой же. Сучок. Да. Нельзя слушать целый час эту песню. Вот так нужно. Как это будет? Это просто жесть. Это просто жесть. Жесть, друзья. И мышонок уже совсем некрасивый, страшность такой становится. Танцевать он вздумал, пипеть такой, а где? Прошла ты! Атас, кто ж их придумал, эти пацаны вообще? Пацаны, я не буду вас слушать. Я хотел прочитать текст, я не буду вас слушать, все. Вы отбили мне интерес с этой песней. Мышонок, ты пи-пи-пи. Вот так вот я скажу, вот так. Где? В Караганде. Там
Паразит, еще мне сон клонит, паразит, а! Мама, Эмила, волна. Да, волна играла. Вот волна играет там на гитаре. Где прошла ты, сука? Вот как играет там волна. Дали мне гитара бошку эту мышонку проломил бы уже с этой песенкой. Хоть одна минута прошла. Еще маленько осталось, еще осталось 8 минут, друзья. Этого столько, да? А, чуметь. А что там? 8. А, черепашка-ниндзя. Я чую, вот черепашка-ниндзя. Нифига себе, 3 пальца. Ой. Кошмар. Нет. Это нельзя. Это нельзя много слушать. Ты издеваешься надо мной. Так вот. Лесо родила, елочка, лесо она роша. Росла она. Жила она в лесу, елочка. Капец, блин. Цитаты. Или ты какие? А все цитаты. Все цитаты, я хочу сказать уже, Петя, хочу цитаты, Петя, хочу. А все цитаты я забрал у тебя. Я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как я. Ну, капец. Это он польку или лизгинку поет, а? Вот танцует. Так, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Видите, как-то туда-сюда. Ай-ля. Это похоже на лезгинку, друзья. Ты. Нет? Бабушки, радушки, где были бабушки, что делали? Песню мы слушали. Не ушатый. Это капец. Это капец. Жалко, нельзя материться, да? Нельзя материться, друзья. Нельзя. Но нужно. Запомните, друзья, материться нельзя. Но нужно. Где прошла, где прошла ты, там упала звезда. Я забрал у тебя. И ты как и я. Сколько это времени-то осталось? Большинка осталось 5 минут. Советка, раз, два. Спорт это хорошо, друзья. Качаемся, проскачаем. Раз, два. Полезным делом занимаемся. Качаем спортом, друзья. Чем заняться еще? Музыка, слушай, ты спортом занимаешься. Вот это да. Ой. И раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, песню запиваю, молодцы. Давай, мышонок, запивай. Где там песня? А где прошла ты? Капец. Ой. Говорят, блогеры спортом занимаются, еще как занимаются. Вот я, например. Это капец. Ой, старость, не радость. Радикулит, ой. Наушники стоят. Там упала звезда.
Друзья, осталось 3 минуты, друзья, осталось. Представляете, 3 минутки. Там упала звезда. Мне осталось совсем немного, друзья, 3 минутки. Или ты как и я. И прошла ты, там упала звезда. Ну все, прикольно, друзья, подходит к окончанию моей прослушивания. Целый час, друзья, прослушал. Очуметь. Игру покрою тут сразу. Очуметь, целый час прослушать, друзья. Вот это мы молодцы. Спасибо.